Hello everyone! Domnul Turțeagăș! It seems that as days goes by, такое ощущение создается, что по мере того, как пролетают дни, the most challenging things that is happening around in the churches, самое главное, что сейчас происходит в церквах, is how to minister to the people during this pandemic. Это каким образом мы можем проповедовать всем во время пандемии. I mean, technology is so good. И Господь наш благ. It can reach people everywhere. И Он может до каждого достучаться. But I think after the pandemic, I mean, that we are now in the church. Но после пандемии, когда уже мы соберемся в церкви, people are began to use to sit in their homes and stay at home rather than coming to church. И вообще эта пандемия привела к тому, что мы привыкли оставаться дома и смотреть просто все в телевизоре. And it's always been a challenge, I know, for most of the churches right now. И я знаю, что это вызов многим церквям сегодня. But God encourages us not to forsake our assembly of ourselves together. Но это нас так настраивает на то, чтобы мы слишком сильно не расслаблялись. Because there is a place where his people should be gathered and meet. Потому что должно быть место, где люди собираются и встречаются. Seeing and having fellowship is a wonderful thing. Когда они поют вместе славу Господу и когда они общаются в Его слове. Amen. 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 So let's open our Bible in Proverbs. Chapter 4, verse 20-27. Давайте откроем сначала наши Библии в книге Притчи, глава 4, и мы прочитаем с 20 по 27 стихи. Amen. Proverbs chapter 4, verse 20-27. Итак, 4 глава книги Притчи с 20 по 27 стихи. My son, give attention to my words. Incline your ear to my sayings. Сын мой, внимательно слушай слова мои. Не позволяй моим словам покинуть и помни все, что я тебе говорил. Do not let them depart from your eyes. Keep them in the midst of your heart. Не позволяй моим словам тебя покинуть и помни все, что я тебе говорил. For they are light to those who find them and help to all their flesh. Мои наставления дадут жизнь тем, кто их слушает. Мои слова — это здоровье для тела. Keep your heart with all diligence, for out of it springs the issues of life. Самое важное для тебя быть осторожным в мыслях твоих, от них зависит твоя жизнь. Put away from you a deceitful mouth and put perverse lips far from you. Не искажай правды и не говори то, чего нет, не лги. Let your eyes look straight ahead and your eyelids look right before you. Не позволяй себе уклоняться от добрых и мудрых целей, стоящих пред тобою. Ponder the path of your feet and let all your ways be established. Будь осторожен в делах твоих, живи честно. Do not turn to the right or the left. Remove your foot from evil. Иди прямым путем, праведен и добр, но всегда уклоняйся от зла. Amen. Аминь. Life is a gift from God. Жизнь дается нам Господом. And God determined our pre-appointed times and the boundaries of our dwellings. И Господь определяет те границы, в которых мы должны вести свою жизнь. Not for the purpose of controlling us, but for the purpose of that we may seek His will and His purpose. Не для того, чтобы нас контролировать, но для того, чтобы мы видели наше предназначение от Него. And we know that life sometimes does not happen by chances, but by our choices. И мы знаем, что что-то происходит в жизни порой не по случайности, а от того, какой выбор мы делаем. Yes, we are aware that circumstances and events may affect and will affect our lives. Конечно, мы понимаем, что различные обстоятельства могут произойти и повлиять на нашу жизнь. Some are good, but some are not. Unfortunately, not good. Иногда это хорошее обстоятельство, иногда, к сожалению, не очень хорошее. But given a fact or circumstances, the same circumstances,
two people may respond different way. Но даже в одних и тех же обстоятельствах разные люди могут по-разному на них отреагировать. For example, two persons grew up in poverty. Например, два человека росли в бедности. One may choose to steal and blame it to poverty. Один может стать вором и потом осуждать свою бедность. But one may choose to work hard also because of poverty. А другой избирает путь такого тяжелого труда тоже потому, что хочет выйти из этой бедности. Same circumstances, but different response. Одни и те же обстоятельства, но совершенно разный подход к тому, как из них выйти. Or maybe in a moment that, you know, let's say a boss came and said to all his employees that we will have a meeting. Или, например, ваш начальник сказал вам, всем сотрудникам, что, что будет проводиться собрание. And employees came here and waited for hours. И все сотрудники собрались и часами ждут этого собрания. Only to find out that after that it was cancelled. Только лишь для того, чтобы впоследствии узнать, что собрание было отменено. So, I don't know how you will respond and react. Maybe one person would respond with anger and murmuring, complaining. Я не знаю, как вы отреагировали в такой ситуации, но кто-то будет жаловаться, будет рассержен и будет вот говорить какие-то плохие слова. But other person may live disappointed, yet quietly. Но кто-то, конечно, расстроится, но он нормально, спокойно это воспримет. Our choice. Выбор за нами. True, circumstances and events have and will affect and shape our lives. Конечно, различные обстоятельства и ситуации, они влияют и формируют нашу жизнь. But the result is always up to us. Но, тем не менее, наша реакция и наш ответ зависит от нас. No one is responsible for our own choices except ourselves. Никто не отвечает за наш выбор, кроме нас самих. Free will of choice is also a gift from God. И вот этот свобода выбора – это тоже дар от Господа. It's a precious gift, but also a dangerous one. Это очень ценный дар, и в то же время дар опасный. Because we can either choose life or choose death. Ибо мы можем избрать жизнь, а можем избрать смерть. Today, with the scriptures that we heard, we emphasize hearing, seeing, speaking, our thoughts, our heart, our feet. Сегодня, когда мы слушаем проповеди и Писания, мы видим, что подчеркивается важность слышания, видения, говорения наших мыслей и принятия решений. And interesting, all these body organs, they were either covered or protected by bones. И что интересно, все органы, отвечающие за эти действия, они защищены каким-то твердым таким паттерном нашими костями. The eyes and the mind with the thick skull. Наши глаза, наш мозг защищает наш череп такой твердой кости. The heart covered with ribs. Наше сердце защищается ребрами. And our feet, they have bones to stabilize it. Но также и в наших ногах есть кости, которые придают им прочности. Even our tongue, they were barred, they were covered by set of teeth. Даже язык наш находится за зубами. Well, teeth are not bones, but it's hard enough to bite our mouth and our lips. Teeth are not bones. Teeth are not bones. Так, зубы это не кости, но тем не менее ими можно очень хорошо кусаться. I checked that to make it sure. Я проверил. Teeth are not bones. Да, оказывается, зубы это не кости. But hard enough. Но достаточно твердые. Okay, so God in His infinite wisdom designed our bodies anatomically with such purpose. И Господь со всей своей бесконечной мудростью Он таким образом создал наши тела. So that it can be protected from the outside physical harm.
что оно защищено от внешнего потенциального воздействия и повреждения. So how much can our bodies be protected from physical, emotional and spiritual mental harm? И насколько же наше тело защищено от физического, духовного, эмоционального и ментального негативного воздействия? We know that men are not simply flesh and blood. И мы понимаем, что человек это не просто кожа и кости. The Bible says we have our flesh, our body, our soul and our spirit. И Библия говорит, что у нас есть наше тело, есть наш дух и есть наше сознание. And our life is not just our own. God give us life that we may share this life to others. И наша жизнь не просто то, что принадлежит нам, ибо нами дал Господь, дабы мы делились ею с другими. Ephesians chapter 2 verse 10 says, "For we are his masterpieces created in Christ Jesus to do good works." И мы можем сказать, что наши тела — это есть шедевры, созданные по образу и подобию Иисуса Христа, дабы мы творили дела во имя Господа. God's prepared beforehand that we should walk in them. И Господь заранее все предопределил, чтобы мы именно так поступали со своим телом. Amen. Аминь. You are quiet. So, in order for us to have a successful life, an abundant life, и для того, чтобы наша жизнь была полноценной, чтобы она была успешной, not as the world measures according to fame, wealth, and glory, и не согласно критериям этого мира, который измеряет успех славой и какими-то еще вещами, but the life that is full of love, full of peace, full of joy, но жизнь, которая полна любви, мира и радости. Remember, life does not measure in the abundance of possession. И мы понимаем, что жизнь она не измеряется просто какими-то успехами. Because you might find yourself sleeping in a very king-size bed with AC on. It's very hot. Потому что можно и спать в огромной, на огромной кровати такого королевского размера, и тем не менее там будет очень жарко. But still, you can sleep because you are restless. И вы там не можете заснуть, потому что нет мира в сердце. Or you have been traveling to many places and seeing wonderful places, but never been in the presence of God. Но вы можете также путешествовать во многие интересные места и тем не менее быть вне присутствия Господа. Or we may have all experience all the thrills and funs in this world, you know, and never been in the standing in majesty and in awe in the presence of God. Но мы также можем иметь все вот эти вот интересные опыты и вот этот фан, и тем не менее быть вне присутствия Господа. That no amount of drugs or hype can take you to that places. И никакие наркотики, никакой хайп он не приведет вас вот в это состояние. Only God. Но только Господь. Amen. Аминь. So what to do? Where to find and how to have this life full of love, peace and joy? Каким же образом мы можем найти эту жизнь, в которой есть мир, любовь и радость? First of all, it's not a utopia. Во-первых, это не страна утопия. Or by a product of our imaginations. I wish, I hope, I could. Это не просто продукт нашего воображения. Я бы хотел, мне бы вот так виделось. The scripture says there is this the kingdom of God where there is peace, righteousness and joy. И Библия говорит, что есть Божий мир, в котором есть любовь, есть праведность и есть радость. And we are told to seek this kingdom. И Библия призывает нас искать это царствие. Now Matthew 6:33 says seek ye first all His kingdom and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Евангелие от Матфея, глава 6, говорится: ищите прежде всего Царствие Божие, и все остальное приложится вам. Second of all, it is not far and unreachable. Во-вторых, это царство не так далеко, и его реально можно достигнуть. The scripture says in Mark that it is at hand, it is near. И в Евангелии от Марка говорится, что это царствие близко, оно буквально у нас под руками. He just repent, believe the gospel, and you will have it. И там говорится, покайтесь,
уверуйте, и вы получите это царствие. Hearing and believing God's word and accepting Jesus Christ as your Lord and Savior, the scripture says the kingdom is within you. И если вы будете слышать Иисуса Христа, оставаться с ними, с Его Словом, то говорится, что это царство будет рядом с вами. Third, it is fully paid and free in Christ Jesus. В-третьих, за все уже заплачено Иисусом Христом в этом царстве. And last, to maintain such life, и для того, чтобы эта жизнь была все время с вами, the scripture says, just abide with me, stay with me, stay with Jesus and His words. Библия говорит, оставайтесь все время с Иисусом Христом и будьте, пребывайте в Его Слове. Ask whatever you want, you wish, and it shall be done unto you. Если вы это будете делать, то все это вам остальное приложится. I wanna live that kind of life. Хотите ли вы жить такой жизнью? Do you wanna live that kind of life? Хотите ли вы жить такой жизнью? Only three people are convinced. Да, похоже, что я только троих убедила. Like I said, it's not about product or our imagination. God says it, therefore it is true and it is possible. Это не просто, я напоминаю, продукт нашего воображения. Это то, о чем говорит Библия, что это все возможно. And that life, we're not talking about that life when we die, when we said, oh, when I'm in heaven, I'm gonna sure there will be. И мы говорим здесь не о той жизни, которая будет после смерти, что когда вот я умру, вот тогда у меня будет такая жизнь. No. Нет. We can experience it while we are in this world. Мы можем испытать эту жизнь, когда мы находимся здесь, на этой земле. Amen. Amen. Yes, we are in this world, and many events and circumstances affect our lives. Да, мы живем в этом мире, и многие события и обстоятельства влияют на нашу жизнь. There will be testing, there will be temptations. И будут соблазны, и будут какие-то плохие ситуации происходить. Our love will either grow cold or get lost. И, возможно, мне будет холодно, возможно, я буду потерянной. Disturbs our peace and rob us of joy. И это нарушает наш мир и крадет нашу радость. That's why the scripture says in 1 Peter 5:8, be alert, be on guard. И поэтому в первом послании Петра, в 5 главе, говорится, что будьте начеку, и пускай у вас будет просветленное сознание. Stand firm in the faith, because the enemy, like a roaring lion, is waiting and seeking for someone to devour. Стойте твердо в вере, ибо враг, он подобно рычащему льву, ищет свою жертву. Be on guard, because the thief will come to steal, to kill and to destroy. Будьте начеку, потому что вор, он приходит для того, чтобы убить, украсть и разрушить. But he will only make his plan successful when we live and give an open door for him. Но это все может произойти, если мы приоткрываем дверь в свою жизнь для этого врага, для этого вора. Ephesians chapter 4:27 it says, do not give a devil a foothold. В послании к Ефесянам, глава 4, говорится, что не давайте дьяволу даже вот маленького места в вашей жизни. Remember Ananias and Sapphira? Вы помните... Ananias and Sapphira. Вы помните вот историю Анании и Сапфиры? No, we had this joke in the Philippines. И у нас вот такая вот шутка на Филиппинах. Do you know what's the cause why Sapphira died? Вы знаете, почему Сапфира умерла? Филиппина. Так, обращаюсь к филиппинкам. Филиппинцам. We answer that questions dahil sa pera. И вот мы так вот отвечаем на этот вопрос. Well, because pera or pera in the Philippines means money. Потому что вот часть этого слова, это вот имя Сапфира на филиппинском звучит как деньги. Amen. Peter says, Ananias, why has Satan filled your heart with lies? И Петр спрашивает, почему дьявол наполняет сердце ваше ложью? And we know after that they both die. И мы знаем, что после этого действительно можно наступить смерть. Their heart was filled with evil. Ибо сердца их были наполнены злом.
They were not able to guard their heart. И они позволили этому злу поселиться в сердце своем против Господа. Because of greed. Из-за жадности. That's why the Bible, the scriptures today reminded us to keep your heart with all diligence, for out of it springs the issues of life. И поэтому Библия говорит, что мы хранили сердце свое, ибо из сердца есть источник и плохого, и хорошего. Well, we know that the heart is the master control of our life. И мы знаем, что сердце – это главное, что контролирует нашу жизнь. A wrong heart always produces wrong life. И плохое сердце, оно производит плохие результаты в жизни. Especially when we allow sin into the heart, it pollutes our entire life. Ибо особенно когда мы позволяем греху поселиться в сердце нашем, который портит всю нашу жизнь. The Bible, when we speak about the heart, it does not speak only about the heart as the heart, but it's also our thought life. И когда Библия говорит о сердце, она говорит не только о сердце, но и о том, как мы думаем, что мы мыслим. If we will go back to Genesis chapter 6, verse 5, it says, and God saw the wickedness of man was great in the earth, and that every imagination of the thoughts of his heart was evil continually. И в книге Бытия, глава 6, мы видим, что Бог увидел, что зло человеческое, оно велико на этой земле, и что все мысли человеческие, они злы. Have you ever experienced in your life that sometimes we are confused? Наверное, мы все были в ситуации в жизни, когда нам что-то вот не складывалось, мы что-то не понимали. No, especially when we are in love. Особенно, когда мы влюбляемся. We always say, shall I follow my mind or my heart? И мы все время думаем, мне за умом идти или за сердцем? My mind says another thing, but my heart says another thing. Мой мозг мне говорит одно, мое сердце говорит другое. Our mind, our conscious mind, it is for reasoning and intellect. Ибо наш мозг, он позволяет нам мыслить логически и делать какие-то выводы. But our heart, our subconscious thoughts, is for because of feelings and emotions. Но наше сердце, наше подсознание, это наши чувства, наши эмоции. So which one should I follow? Так зачем же мне следовать? Remember, the word heart here is about your thought life. И вы помните, что сердце – это мысли о вашей жизни. But I believe God has a reason why He placed the mind on top of the heart. Но, наверное, у Бога есть свои причины, по которым Он ставит наше сознание выше сердца. Proverbs 23, verse 7, it says, for as he thinks in his heart, so is he. И в притчах, глава 23, стих 7, говорится, что то, что в нашем сердце, именно этим мы и являемся. So why our thought life is so important? It is because it controls our life. И почему же наши мысли так важны? Потому что именно они управляют нашей жизнью. It affects our thinking, our emotions, our feelings, our will, our decision. Это влияет на наши чувства, наше сознание, наше решение, нашу волю. I heard this one preacher, he said, your thought becomes your words become your actions. И один проповедник, я слышал, говорил, что ваши мысли становятся словами, ваши слова становятся вашими действиями. Your actions becomes your habit, and your habit becomes character, and your character becomes your destiny. И ваши действия становятся привычкой, ваши привычки становятся характером, и ваш характер становится вашей жизнью. And our thought life is always bombarded by many things. И наше сознание постоянно бомбардируется многими вещами. Even the devil is so interested in our thoughts. Дьявол особенно заинтересован в нашем сознании. It is his primary target. И это его главная цель. That's why remember in Ephesians chapter 6 it said, wear your helmet of salvation. И в послании к Ефесянам говорится, что
your helmet of salvation. Говорится о том, что ваш шлем спасения. Because Satan, he wants to corrupt our minds with lies. Потому что сатана хочет наводнить наше сознание ложью. He wants to conquer our minds by inciting doubts and evil thoughts. Он хочет покорить наше сознание тем, что он зарождает сомнения в нем. He wants to control our minds by being slave to our simple nature. И он хочет контролировать наше сознание, чтобы мы стали рабами нашего светского бытия. And he wants to condemn our minds, our hearts, by blinding us to the truth. И он хочет контролировать наше сознание, делая нас слепыми по отношению к правде, к истине. But thanks be to Jesus. Но спасибо Иисусу Христу. I said thanks be to Jesus. Я говорю спасибо Иисусу Христу. He died and redeemed us from the power of sin and penalty of death. Он избавил нас от греха, и он заплатил за наши прегрешения. In him he transformed our minds, our life, making us, giving us a new heart. И он изменил наше сознание, нашу жизнь, дал нам новое сердце. Аминь. What if there's anything that is the most important possession in your life? What would you think it is? И вот какая же самая важная вещь в вашей жизни? Что вы думаете самое важное для вас? The very important thing in your life. Вот самая важная вещь для вас в вашей жизни. That is under your possession. Которой вы владеете. No. Our heart is our possession. Наверное, наше сердце — это то, чем мы владеем. God created us with a heart, our thought lives, a free will of choice, our life. И Господь создал нас именно с сердцем, с нашим сознанием, с возможностью принимать решения. But keeping your heart. Но чтобы нам сохранить сердце. That's not guarantee of life. Мы только так можем гарантировать и нашу жизнь. The Scripture says. Писание говорит. God also wanted our hearts. Господь также хочет, чтобы наше сердце принадлежало Ему. Proverbs 23, verse 26, it says, "My son, give me thy heart." В книге Притчи, глава 23, говорится: "Сын мой, отдай мне сердце твое." And from time to time, Revelation 3:20, it says, "Behold, Jesus is knocking at your door of your heart." И в книге Откровения Иоанна Богослова говорится, что Господь стучится в дверь нашего сердца. He wants to live and dwell in us, to have communion with us. Он хочет жить рядом с нами, он хочет, чтобы мы общались с ним. But it's our privilege of choice to decide whether we wanted to give our heart to him and wanted Jesus to come into our hearts. Но это именно наше решение. И наша прерогатива отдать ему сердце и пригласить его в наше сердце. Guard your heart, the scripture says. Писание говорит: храните сердце ваше. So why? Почему? Why do I need to guard our hearts? Почему я должен хранить свое сердце? If anyone is in Christ, he is a new creation. Каждый в Иисусе Христе есть новая тварь. Behold, all things are passed away, all things are gone. Все старое ушло, все старое уже не существует. And behold, all things become new. И все становится новым. Giving our life, giving our hearts to Jesus. Отдавая нашу жизнь, наше сердце Иисусу. The world, the enemy, and even ourselves. But sometimes wanted to have it back. Этот мир, мы сами и, конечно, дьявол, они хотят вернуть все это. So if we do not guard our heart, если мы не будем хранить сердце наше, what will happen after that? Что произойдет? We will go back to our own life. Мы вернемся к прежней жизни. That's why the scripture says, guard your heart. И поэтому Писание говорит: храните сердце ваше. Why? Почему? Because we wanted to reflect the character and the goodness of God in our lives. Потому что мы хотим отражать характер
и доброту Господа в нашей жизни. The scripture says, a good man out of the treasures of his heart brings forth good. И Писание говорит, от полноты сердца человеческого происходят добрые дела. And the evil, of course, out of the treasures of his heart brings also evil. И также и от полноты сердца, злобного сердца, также и злоба, и злые дела приходят. We are to guard our heart because we are his witnesses and his ambassadors. И мы должны хранить наше сердце, ибо мы его свидетели и его послы. Your life is not your own. И ваша жизнь — это не ваша собственная жизнь. My life is not my own. И моя жизнь — это не моя собственная жизнь. God paid and brought us twice. Господь заплатил за эту жизнь и привел нас в эту жизнь дважды. He created us in order for us again to be redeemed by him because of his love. Он привел нас в эту жизнь для того, чтобы быть искупленными снова Его любовью в эту жизнь. And the scripture says, let your light shine like light, that they may see good works, that they may give praise to the Father. И Библия говорит, и пусть ваш свет будет сиять перед другими, дабы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца Небесного. Does our hearts reflect the heart of Jesus? Отражает ли наше сердце сердце Иисуса? Does our heart reflect the light of God that He had put in our hearts? Отражает ли наше сердце свет Божий, который Он вложил в наши сердца? Guard your heart. Храните сердце ваше. My son, the scripture says, my son, give attention to my words. Мой сын. Give attention to my words. Внимательно относись к моим словам. Psalms 119, verse 11, it says, Your word, Lord, I have hidden in my heart that I might not sin against you. Псалом 118 говорит, Ибо слово Твое сокрыло в сердце своем, дабы я не грешил против Тебя. Guarding your heart is means having word of God hidden in your heart. И хранить сердце наше означает, что мы сокрыли Слово Божье в нашем сердце. God's word is a spirit and it is life. Ибо Слово Божье — это Дух и это Свет. Lord, your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ибо Слово Твое — это есть свет жизни моей, и это есть путь для ног моих. Now, King David, who is described by the Bible as the man after God's own heart. И царь Давид, который описывается в Библии как человек, который был благостен сердцу Божьему. And he fought with many battles in this world. War, conflicts in the family, personal conflict. И он очень много вел войн внешних, внутренних и в рамках своей семьи. And he is so victorious. И он выходил постоянно победителем. If you go to Psalms 119, he wrote 176 verses. Psalms 119, the longest chapter in the Bible. И если вы обратитесь к 118 псалму, самому длинному псалму в Библии. And David dedicated it, you know, and say everything about the benefits and the goodness of God's word. И этот стих, эти стихи Библии посвящены благости Слова Божьего в жизни человека. If you go to the last verse of that chapter, если вы обратитесь к последнему стиху в этом псалме, do you know what he wrote in there? Вы знаете, что он там написал? Let's go. Psalms 119, verse 176. Давайте найдем вот еще раз. Это 118 стих и 118 глава. И самый последний стих, это 176. It says, I have strayed like a lost sheep. Блуждал я, как овца потерянная. Seek your servant. Найди раба твоего. For I have not forgotten your commands. Я твоих заповедей не забывал. David. Victorious. Победитель. Because he says, I have not forgotten your commands.
И он был таковым, потому что он говорит: я твоих заповедей не забывал. Мой сын, give attention to my words. Мой сын, обращайся к словам моим. For they are your life. Ибо они есть жизнь твоя. Amen. Аминь. When was the last time you read your Bible? А когда в последний раз вы читали Библию? When was the last time you gave your attention in reading His words? Когда вы по-настоящему обращали внимание на Слово Божие? Remember, God's word, they are not carnal, they are mighty to pull down strongholds. Вы помните, что Слово Божье – это не человеческое слово, и оно может побеждать самое невозможное. The scripture says, the word of God is the sword of the Spirit. И Библия говорит, что Слово Божье есть меч духовный. It is the weapon to counterattack the enemy. И именно оно может противостоять всяким атакам дьявола. You might say, I have faith in God. Вы можете сказать: я верю в Бога. I believe what He says. Я верю в то, что Он говорит. But do you know Jesus when He met Satan in the wilderness? Но вы знаете, когда Иисус встретился с сатаной в пустыне? He did not fight Satan and rely on His faith alone with His Father. Он не полагался лишь только на свою веру в Отца Небесного. Jesus fought Satan word by word. И он боролся с сатаной именно слово за слово. It is written. Это так написано в Писании. It is written. Так написано в Писании. It is written. Так написано в Писании. And the word of God, it will remain forever. И Слово Божье, оно вечно. My son, give attention to my words. Сын мой, обращайся к Слову моему. Guarding your heart is storing and putting your heart with the word of God. Храни сердце твое. So that when the enemy comes to you with all his lies and with all his doubts, ибо когда дьявол придет к тебе со своей ложью, со своими сомнениями, you were able to pull out not just the Bible. Ты сможешь не просто вот так Библию перед ним положить. But you will be able to pull out words that was hidden in your heart that you may not sin against God. Но ты сможешь противостоять ему словом, которое сокрыто в сердце твоем, дабы разбить все его атаки. Amen. Аминь. You are all quiet. Да, вы так спокойно вот слушаете. Аллилуйя. Аллилуйя. Fill your heart with the word of God. Наполняйте свое сердце словом Божьим. The scripture says, everything in this world will be gone. И Писание говорит, что все в этом мире приходящее. But God's word shall stand forever. Мое слово будет вечно. Amen. Аминь. Give attention to my word. Incline your ear to my sayings. Обращайтесь к словам моим. Прислушивайтесь к тому, что говорю вам. Hear and listen. Слышите и услышьте. Hearing is not the same as listening. Потому что просто слышать и прислушиваться — это две разные вещи. Because you may hear this sermon, but you may not listen into it. Потому что вы можете слышать проповедь, но не вслушиваться в нее. The difference is the understanding. Ибо очень важно понимание. And the applications of the word in your life. Incline your ear to my words. А также применение этого слова в вашей жизни. Поэтому прислушивайтесь к слову моему. Remember Naaman, the leper. Вы помните? In 2 Kings. Наамана, прокаженного. He has leprosy. У него была проказа. And
He went to Israel for to seek for the cure. И он пошел в Израиль, чтобы искать там исцеление. And the king of Israel sent him to Elisha the prophet. И он пришел к пророку Елисею. And Elisha told him. И Елисей сказал ему. Go and wash yourself seven times in the river of Jordan. Иди и омойся семь раз в реке Иордан. Naaman heard him. Нааман услышал его. But he never listened to it until somebody spoke again to him the word. Но он на самом деле не услышал этих слов, пока кто-то еще с ним к нему не обратился. Go and wash yourself. Иди и омойся. If Naaman only hear the word without obeying the instructions of the word, и Нааман сначала не повиновался этому слову. He just heard the word. Сначала он просто But he did not listen to it. Но он на самом деле не прислушался к этим словам. So incline my words to say, listening it means obeying and applying what the word says in our lives. Поэтому когда мы по-настоящему прислушиваемся, мы применяем это слово в нашей жизни, мы действуем по этому слову. When Naaman listened and obeyed the instruction, then he was cured of leprosy. И только когда он поступил по этому слову, тогда он был очищен от проказа. Amen. Аминь. Hearing, faith comes from hearing, and hearing the word of God. Ибо вера приходит через слышание, и слышание через слово Божье. When was the last time you obeyed the instructions of God? Когда последний раз вы поступали по Слову Божьему в вашей жизни? Аминь. So to protect our hearts is also to protect our ears, to guard our ears. И чтобы хранить сердце наше, мы также должны быть внимательны к тому, что поступает в уши наши. That we will only listen and hear to the words that will edify and will strengthen our faith in God. Дабы вы слушали те слова, которые укрепляют нас в вере нашей и укрепляют нас в Господе. The scripture warns us in the last day. И Писание предупреждает нас о последних днях. In fact, we are in the last days. Many will cheat you through philosophy and empty deceit. Ибо мы сейчас живем в эти последние дни, когда многие философии нас отвлекают от истины. According to the principles of men, but not according to Christ. Которые говорят нам о каких-то принципах, но не говорят нам об Иисусе Христе. Аминь. Hear and listen to the word of God. Поэтому слышите и прислушивайтесь к Слову Божьему. But guard your ears against false teaching or false prophecy or anything that will go against the word of God. Но также будьте осторожны со всякими философиями и пророчествами, которые противоречат Слову Божьему. Keep them in your eyes, the scripture says, in the midst of your heart, for they are light to those who find them. И также будьте внимательны, чтобы глаза ваши также не были вратами чего-то, что не угодно Господу. Matthew chapter 6, verse 22-23, it says, your eye is the lamp of your body. И в Евангелии от Матфея, в главе 6, говорится, что ваши глаза есть свет для вашего тела. And sometimes we may look at the things that is not in accordance with the light of God. Иногда мы смотрим на вещи, которые не соответствуют Божьему свету. And when we see things not in the things that is right light, we may live in sin and yet fancy that we are doing our duty. И иногда, когда мы смотрим на такие вещи, мы запускаем грех в нашу жизнь и начинаем сами поступать таким образом. I was in the metro one of this last week. И вот нечто такое было на прошлой неделе. And a guy sitting on the bench caught my attention. I was on the train and he was on the bench in the metro. I mean, during stop. И я вот ехала на метро, и вот один молодой человек как-то так привлек мое внимание. And
His shirt behind here, it says, it was written in his, on his shirt, on his back. И вот на его футболке сзади была такая надпись. It says, real eyes realizes real lies. И там было написано, настоящие глаза, они видят настоящую ложь. And I said to myself, that is why, Christian, we should use our spiritual eyes, not just base and rely our seeing with our naked eye. И поэтому я подумала, что мы, как христиане, должны использовать наше духовное зрение, дабы видеть дальше, чем видит наш простой человеческий глаз. Having the eyes of understanding as we are being renewed and being filled with the Word of God. Чтобы наше духовное зрение помогало нам понимать все через Слово Божье. The eye can only work properly. И глаз может нормально видеть только тогда. As we know, we have two eyes. И мы все знаем, что у нас два глаза. Right? Even if you cover the right eye, если вы закроете, например, правый глаз, you will see the same thing with your left eye. Вы увидите то же самое, что видите левый глаз. And if you cover the other one, you will see the same thing. И если вы закроете другой глаз, то опять же будете видеть то же самое. To make the eye, though we have two eyes, to make the eye really work properly. Но так у нас два глаза, для того, чтобы они нормально у нас видели. Is to have single vision, not double vision. Необходимо, чтобы у нас было такое единое зрение, а не раздвоенное. Have you tried to make cross eye? У вас мы никогда не пытались так вот скрещивать глаза. What do you see? One or two? Что вы тогда видите? Вот одно вещь или две? Amen. Аминь. Seeing eye with understanding eye, eye that is focused only on the will of God, eyes that is only fixed to the, our Lord Jesus Christ. Чтобы у нас было единое видение нашего духовного зрения, которое сосредоточено на Господе, на Иисусе Христе. Because when our eye focus on the worldly and on God. Потому что когда наши глаза, они концентрируются на мирском и на божественном. Having these double visions in your life. И вот это вот двойное такое двойное видение. You will not only find yourself difficulty, but you will also stumble. Вы не только будете испытывать трудности от этого, но вы начнете спотыкаться. So guard your eyes, guard your ears. Поэтому храните и ваши уши, и храните ваше зрение, ваши глаза. Why? Because whatever we hear, whatever we think, whatever we say, if we put it in our hearts. Ибо все, что мы слышим, видим и говорим, это все наполняет наше сердце. If it's good, it will be good. И если это хорошее, доброе, то и результат будет хороший. But if it's bad, it will bad. Но если это плохое, то и на выходе будет плохое. For out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Ибо от полноты сердца говорят уста наши. Amen. Amen. Guard your heart, guard your mouth, guard your lips. Храните сердце ваше, храните ваш язык. Scripture says, I will not look anything that is vile and vulgar. И Писание говорит, я не буду смотреть ни на что Господь не хочет, чтобы я смотрел. Guard your mouth. He who guards his mouth protect his life. И кто хранит язык свой, тот хранит и жизнь свою. Because words, when you said, if it's hurtful, you cannot bring it back. Ибо слова, произнесенные и которые причиняют боль, их уже нельзя забрать обратно. Yes, indeed, we may say sorry and apologize, but sorry, the damage is done already. You hurt the person. Мы, конечно, можем извиниться и попросить прощения, но мы уже обидели или причинили боль человеку. Amen. Аминь. How many times because of our we forgot to control our mouth, we forgot to control our thoughts, we forgot to control our eyes, that we fall back into sin and we hurt other people. Сколько раз мы забываем контролировать свой язык, свои уши, свои слова, свой язык, и мы причиняем боль другому человеку. The Bible says that your tongue has the power of life and death. И Библия говорит, что
в нашем языке есть сила жизни и смерти. You can either bless the person or curse the person. И мы можем как благословить человека, так и проклянуть его. So therefore guard your mouth as well. Поэтому следите и храните язык свой. Amen. Аминь. One line, or maybe not lie, you said it is true, but without control, it may destroy one person's character. И вот одна такая ложь и помноженная затем, она может разрушить жизнь человека. And only not that. If you do that, and somebody hear it and pick it with the wrong ears and with the wrong thoughts. И если кто-то подхватывает эту ложь и продолжает ее разносить в чужие уши. All of you will come together and having this evil and spread it. То это зло будет дальше распространяться. Аминь. No, gossip is like it's a world of iniquities. It spreads iniquities. И вот эти всякие слухи, всякие сплетни, они как проказа распространяются по всему человечеству. Sometimes if you don't have anything to say at all. И если вам нечего сказать. And if you think that these things will not help or build that person, whether it's true or not. И вы понимаете, что то, что вы хотите сказать, это не поможет другому человеку. Shut your mouth. Просто промолчите. It only, no, when you do that, you preserve your life and as the soul, the life of that person. Потому что таким образом вы сохраните жизнь другого человека. Do not allow your mouth, your eyes, your ears to be a tool for the devil. Не позволяйте вашему языку, вашим глазам, вашим ушам становиться инструментами дьявола. In the last day in our life, we were all gonna stand accountable with the Lord. Ибо в последние дни нашей жизни мы все дадим отчет перед Господом. And whatever words that we said. И все, что мы, все слова, которые мы говорили. The Scripture said it should be held against you and accountable to you. Эти слова будут нам вменены. Мы дадим отчет за все слова, которые мы произнесли. Аминь. If you can't help it, use your teeth. А если вы не можете просто промолчать, ну съешьте что-нибудь в этот момент. Bite it. Язык прикусите. Man, it's true. I've seen people. Ruin because of slander. Я сама была свидетелем того, как другие вот такими сплетнями разрушали жизнь других людей. We are God's masterpieces, created to do good works. Мы должны хранить себя для того, чтобы наши дела были добрыми. Аминь. And lastly, the Scripture says. И последнее, Писание говорит. Ponder the path of your feet and let all your ways be established. Do not turn to the right or to the left and remove your foot from evil. Следите за тем, какие пути вы выбираете, чтобы ваши пути были установлены Господом. Не поворачивайтесь направо и налево и храните себя от путей неправильных. Amen. Аминь. Your feet can really lead you to many places. Ибо ваши ноги могут привести вас в разные, могут вести вас по разным дорогам. But some of the places that you may be or you are going to is not good for us or good for you. Но некоторые места, они не для того, чтобы мы туда пришли. And the other thing that will give us a make and wise decision whether to go or not to go. И то, что позволит нам принять правильное решение о том, какую дорогу выбрать. When our ears, when our hearts, when our thoughts are in tune with the word of God. Когда наши сердца, наше сознание, наши уши, они обращены к Господу.
The scripture says in Isaiah 30:21, it says, "Your ear shall hear a word behind you, saying, 'This is the way, walk in it.'" В книге Исаии, глава 30, говорится: "Пускай уши твои слышат то, что идет от Господа, и это есть тот путь, по которому ты должен идти." And the last thing that will always remind us that we are belong to God and we are His. И еще последнее, что напоминает нам о том, что мы принадлежим Господу и что мы Его дети. That we will be also able to guard our steps and guard our heart. И то, что мы можем хранить наши пути и хранить наше сердце. Psalm 16, verse 8 and 11. Это Псалом 15, 8-11 стихи. I have set the Lord always, not sometimes, not oftentimes, not maybe. I have set the Lord always before me. Because He is my right hand, I shall not be moved. You will show me the path of life. In your presence there is fullness of joy. At your right hand are pleasures forevermore. Я Господа пред собою храню всегда, не иногда, всегда, и от Его десницы я не отойду. О Господи, на путь меня наставь, служить Тебе мне счастье принесет в избытке, и радость истинная быть одесную от Тебя. Аминь. Сегодня мы обращались ко многим стихам. But remember, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of his mouth. Но помните, что не хлебом единым жив человек, но всяким словом Божьим. Your word, Lord, the scripture says, your word preserves my life. И Писание говорит, что слово Твое хранит мою жизнь. Amen. Аминь. Go back to the time. Go back to the time when you are so much in love in reading His Word. Вернитесь в то время, когда для вас было величайшей радостью читать Его Слово. Go back to the time when you are cherishing His words more than your daily bread. Вернитесь в те времена, когда Слово Божье было для вас более ценно, чем хлеб насущный. Amen. Аминь. My son. Сын мой, give attention to my ears, to my words. Обращайся к слову моему. Amen. Аминь. Amen. Аминь.